Вместо тропинок – широкие вымощенные дорожки. Территория у школы искусств «Гамма» и раньше была излюбленным местом встреч молодежи города. Сейчас собираться здесь будет еще приятнее. Спасибо, очень нравится. Раньше было не очень, мягко говоря. Я помню, здесь просто были лужайки, и там скамейки старые. Хорошо, мне нравится. Лучше, чем да, лучше, да. Но я думаю, Котлас у нас процветает все-таки. Здесь осталось лишь установить камеру видеонаблюдения. Как только ее смонтируют, будут выставлены скамейки, навес и другие арт-объекты. Работы кипят и на площади Советов. Сейчас здесь мастят плитку, укладывают бордюрный камень. Сдача объекта 31 июля. Работы идут по графику. Но главные приемщики территории, жители Котласа, оценивают долгожданное благоустройство уже сейчас. Одни считают, что можно было бы и побыстрее. Пока я не в восторге. А почему? Как-то, скажем так, ни шатка, ни валка работает. То есть работать, так работаешь. Действительно, как говорится, рожа в поту была. То есть темп работ не очень устраивает. Ну, естественно, это, скажем, не по-советски. Другие же просто радуются. Мне нравится красиво. Я тоже каждый раз прибегаю и наблюдаю, что тут делается. Тот самый центр, и была такая разруха. Только радоваться этому надо. Наконец-то ее сделают нам, нашу площадь Советов. По периферии здесь было достаточно сыро, вода стояла долго. Эту проблему должны решить дренажная система и ливневая канализация. Все, что осталось сделать – доложить плитку и бордюрный камень, подключить доску почета. Светящиеся надписи и герб Котласа видны будут издалека.